сьогодні ми завітаємо до нашої постійної глядачки Тетяни. Ходімо знайомитись. Пожалуйста. Братенька, тут у нас старые квартиры, все так тесно. Это вам. Ой, спасибо, спасибо большое. Для женщин самое, да, главное это сладкое. Заходите, пожалуйста, раздевайтесь. Для Тетяни ранок розпочинається о 5-й годині, коли більшість наших глядачів ще відпочиває, жінка активно налаштовує себе на позитивний день. Утро я починаю, звісно ж, активно. Все дела у меня к 9 часам уже переделаны, все дела, поэтому я такой чистый жаворонок, их меньше, и я как бы всегда, мне очень сложно, понятно, если дома, то дома находятся дела, и читаешь, и домашние дела, если же где-то ты находишься там в поездке, то все спят, и ты такой вот, и все у нас не работает ничего утром, вот если бы так начать активно, все начинают намного позже, потому что больше все-таки у нас сон. Тетяна добра та позитивна людина, а тепла атмосфера її дому не могла не зріднити і не занурити нас у світ приємних спогадів. Я родилась в Николаеве, но меня маленькая двухлетняя девочка, родители отвезли на север, они переехали туда жить, в Северодвинск Архангельской области. Там я заканчивала школу, и там после школы поступила в Архангельский Поморский университет и как бы училась. Профессию выбирала по душе, я такой вот была человек активный в школе, и я заканчивала педагогический университет. Тетяна має дві спеціальності – вчителя та практичного психолога. Але більше 20 років працювала психологом і не уявляє життя без цієї діяльності. У мене дуже багато подружок, знайомих, яким некомфортно вдома, які себя дома находят, это замечательно. Вот, но я как бы не давно, я привыкла работать, и я потом вот 20 лет, вы знаете, выходя каждый раз с работы, у меня была женская работа, полдня, такая вот очень замечательная, я выходя говорила, Господи, спасибо, спасибо, что у меня есть такая работа. На данный момент жінка знаходиться у пошуках роботи, тож тема безробітності для неї є дуже болючою. Работодатели, они как бы предпочитают, конечно же, ну как бы работников до 35 лет, хотя вы знаете, это как бы такой очень спорный вопрос, потому что вот, например, например, если касаемо меня, то здесь уже происходит такой коктейль очень хороший, когда ты уже знаешь все, когда ты профессионал своего дела, и плюс еще у тебя есть и жизненный опыт богатый, и получается вот такой вот очень коктейль такой именно результативный, эффективный в плане работы. И плюс еще, когда женщина в моем возрасте, у нее уже нет домашних каких-то дел, она свободна, она вырастила детей. Незважаючи на тимчасові труднощі, наша глядачка не збавляє темпу життя. Активно займається спортом і вчить іноземну мову. У мене зараз більше часу для себе, для саморозвития, поэтому я не хочу сказать, что я полгода вот я без работы, что я как бы нет, неимоверно я узнала много нового, потому что времени, да, как бы у меня появилось больше. И вообще очень важно вот для человека, да, вот для любого жить и постоянно, ну, узнавать что-то новое и развиваться, и жить под девизом, как бы это, может быть, да, не было пафосно, но на самом деле так, да, что сегодня я лучше, чем был вчера. Щодня Тетяна вирушає на ранкову пробіжку. Сьогодні ми вирішили зробити їй сюрприз та теж долучитися до оздоровчого процесу. Я желаю всем бодрого, энергичного утра. Говорят же, как начнешь утро, так его и проведешь. Встречаемся завтра на этом же месте в тот же самый час для утренней пробежки. Всем хорошего дня!